Самая трагическая морская операция за всю историю войн на планете. Командование флота не смогло предотвратить массированного применения противником минного оружия. Гибель в морской пучине более 15 тысяч человек. Вот до сих пор лицо вижу летчика Мессершмитта. Летчика вижу, он смеется на бреющем полете и смеется. Отвага и героизм моряков Балтийского флота. Эх, Сталин, так. Теперь на Ленинград дорога открыта. Отходим. Не гори, Флотский. И на нашей улице будет праздник. 9 января в 19:00 в Центре русской культуры. Премьера фильма Олега Беседина «Прорыв». Вход свободный.